Вилсаком, некогда объяснять. У меня тут конкурс на iPhone 6, заканчиваюсь со Спайдерменом. Приезжай ко мне, расскажу детали. Яблочные скидки всем чемпионам и подписчикам Wylsacom от партнера и магазина AppleJesus.ru. Marvel Битва Чемпионов – свежий файтинг для iOS и Android. Как это несложно догадаться, по вселенной Marvel, где Спайдермен бьется с Железным Человеком, а Халк костыляет Тору. Подобная игра уже была на iOS, помните, по вселенной DC Injustice, и вообще это не новость, когда герои комиксов дерутся друг с другом на разных платформах. Но если мобильный Injustice был больше похож на Infinity Blade, то Marvel Битва Чемпионов – классический такой файтинг, правда, управление оптимизировано под мобильные устройства. Самих комбинаций не так много, пара видов ударов, супер уклонение, но для мобильного устройства больше не требуется. На достаточно простой набор движений наслаиваются умения каждого героя, его взаимоотношения с другими персонажами во вселенной Marvel, бусты, улучшения, вот это все. Самое прикольное то, что свою команду чемпионов вы собираете из кристаллов случайным образом, то есть нельзя взять своих любимых Человека-паука, Железного Человека, какого-нибудь Звездного Лорда, а придется мириться... Тор. Но зато козырный, аж на целых 3 звезды, но это как повезет, у меня кристалл был крутой, дальше героев можно улучшать, продавать и так далее. Само собой, в игре есть сюжет, как всегда плохиши пытаются захватить землю, ваша команда победителей и освободителей должна с ними сражаться, в общем, все достаточно логично и аутентично. Решительно ставьте лайк, если вы ждете Мстителей 2 так же неистово, как и я, да, попкорн-муви, но должно быть прикольно. Но у нас и тут неплохие драчки, кстати, Тор оказался весьма забавным, у него классная тактика, можно отскакивать и на реверсе заряжать своим гигантским молотом врагам в жбан. А еще у каждого персонажа своя суператака, не только по анимации, но еще и по сути, у кого-то дальняя, у кого-то ближняя, у Тора крутая, в момент активации его нельзя ударить, он заряжается молнией и хана. Ой, но на каждое действие есть свое противодействие. По результатам каждой успешно завершенной сюжетной миссии дается куча всякого интересного, золото, очки умений, кристаллы, предметы, но поскольку это фримиум игра, здесь всего много, но, кстати, доната не требует и вообще не очень злая, по крайней мере, на первых порах точно. Понятное дело, что для ультимейт нагибаторства хорошо бы купить Дэдпула за недешево, но в карман вам никто не лезет. Но это была всю лирика, сюжетные задания, прокачка чемпионов нужны по сути для одного арены, а синхронный мультиплеер вообще наше все. А теперь время для самого главного. С 15 декабря в Marvel Битва Чемпионов открывается турнир Эпичная Битва, в котором примут участие Wylsacom, Apple Insider и Droider.ru. Турнир кроссплатформенный для iOS и Android, вход свободный, регистрируйтесь и участвуйте. Целую неделю мы с вами сражаемся за звание самого крутого Marvel Чемпиона, а ровно через неделю на канале WylsaLive в прямом эфире среди финалистов выберем победителя. А главный приз какой? Ну, вы уже слышали в начале, iPhone 6. Есть смысл за него бороться. Тем более, игра не стыдная, даже скорее наоборот, внезапно достойная. И не волнуйтесь, ни я, ни дроидеры, ни Apple Insider на приз не претендуем. Хотя я раскачал своего Спайдермена до 3 звезд, черт возьми. Участвуйте в эпичной битве, желаю всем удачи. Встретимся 22 декабря на WylsaLive в прямом эфире. А с вами был Wylsacom, подписывайтесь на канал, вступайте в наш группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой Twitter, Instagram. Пока.